Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня на Дерибасовской здесь вот проводите? Мы благотворительную акцию собираем девочки на лечение, у которой ДЦП. А что за девочка? Синченко на Сосинск. Расскажите, пожалуйста, о вашей организации и как люди относятся к этому? Ой, люди, можно так сказать, негативно, потому что очень много мошенников, и они не доверяют. То есть они здесь вот проходят, да, и думают, как мы вот здесь стоим. Я бы задался кто-то хоть одним таким вопросом. То есть у нас разрешение с горсовета о том, что мы имеем право здесь работать. А много мошенников просто ходят и просто попрошайничают. Людей вызывает это очень большой негатив. Поэтому стараемся наладить это отношение людей к этому делу, хорошему, помогать людям. Сколько вы будете здесь стоять еще? Стоять еще? Ну, мы каждый день стоим где-то часика 4-5. Угу. День. Скажите, пожалуйста. Хорошо, собираем, все перечисляем на счет фонда. Фонд уже перечисляет на счет больной. Угу. Какой фонд? Карусель. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Максим Анатольевич. Шпетюк, 74-ю колонию, передавали Паски. В тюрьму? Передавали. Ну там же с детьми сидят, мы для детей передавали. А мамы сидят с детьми. Дети же не виноваты, что мамы что-то наделают. С маленькими грудными. Угу. Мы для них передавали Паски. На Паску. Угу. А что? 30 ящиков печенья, пасок. Сейчас собираем еще для них, для трехгодовалых нужно обувь. Любая, бэушная. Все, соберем, сейчас тоже передадим. Сильно им нужно сейчас тоже моющие, то есть шампуни, прокладки, ну такое, пасты. Тоже сейчас собираем. Соберем, передадим. Угу. А что вас побуждает вот к такой благотворительной деятельности? Позиция. Жизненная. Да. Спасибо. Собираем деньги.